Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. Против одного марка, один в три. Вот. Пиздец, ваши баллы будут считаться суммарно. Вам надо набрать больше, чем марк в комоле. Тут все будет про мужские вопросы. Вот. А нажимать, чтобы выбрать, когда отвечать, ПКМ, либо левый контр, или правый контр. Я вот не помню, какой контр, но я все нажимаю ПКМ. Вот. Тут есть еще задержка. То есть, типа, вы нажимаете только тогда, когда вокруг вопроса желтая такая стрелочка идет, экранчик. Ну, вы поймете все. Вот. Если выигрывает марк, то я вам покупаю бонуску за 15 тысяч рублей на Dragon Money. Выигрывает девочка, покупает три бонуски по 10 тысяч. Сори, Марк, вот так современная нахуй. Так я кроме плоскогубцев и пива корона экстра никакой не знаю. Маловато? Мне всего 60 тысяч дали, 70. Давай ты со мной заебал будешь в команде. Девочки, я вам разрешаю, например, кто-то знает, одна пикает, и вы друг другу подсказываете. Марк, я тебе даю, держи. Маша, ты может к Марку зайдешь, и ты будешь вторым против трех? Да нет, а да все, разъебемся. Не-не-не. Так, все знаем. Машины, я слышал, там кто-то машины выучил ну, всю ночь, блядь, погнали. Да, было такое. Охуеть, блядь. Блядь, это что? Брабус нахуй, берите. Ну, Мерседес, наверное, девочка. Это же блядь, это что? Что это? А где логотипы, блядь, я логотип? А это специально зафотошопили. Охуеть, что думаете, я так пойму. Это какая-то хуйня для зомби-апокалипсиса, блядь. Тут не ладно, видно ни хрена. О, Range Rover, знаю. Это Land Rover. Я понял. Чё ты понял? Не, да там долбоёб нахуй запрет. А там везде будут машины, там не будет логотипов. Да, ну так в смысле, по логотипу легко узнать. Ну, если его там замазывают и так далее. Это, блядь, от Дайсона насадка, долбоёб. Это не мужские инструменты. Это мочалка, блядь. Это расчёска. Макс, там что-то убрать можно, если чё. Это... Стрелочка есть. Это... Ну, это для... Это мочалка для массажа головы. Для чего? Для чего? Для головы, наверное. Да, в смысле, это же мужская, это мужская же вещь. Для бороды, значит. Ну, нажимайте, для бороды. Нажимай. Как? Кто нажал? О, я. Для массажа... Чего? Как? Ну, волосяной луковиц. Бороды. Неправильно. Так, я понял, как это дерьмо выиграть, ебать. Для лица, дорогие девочки, это было. Для чистки. Так. Макс, у тебя такое никогда не было. Ты сам впервые видишь такую золотую. Ты что, ебан? Никогда такое не было. Подождите, куда нужно нажимать, чтобы отвечать еще раз? ПКМ либо Ctrl? На экран просто. Просто на экран? Ага, хоть на себя. Голливудские малышки нам сюда погнали, ебать. Ой. Трахал ее вчера. Я знаю. Я тоже. А тут так что не жмешь? Фарстарт, Скарлетт Йоханссон. Поздравляю, Юлёх, у тебя 0 спасибо, баллов. Спасибо. Вот, это обновили, да, экран? Какой-то такой худ у нас. Ебать, поприятнее стало. Новенький. Ну да. Ребят, ну малышки, это моя часть. Это моя. Ну давай, пизда, я... проебали. Меган Фокс. Да нахуй ты все говоришь? Ой, я сказала Меган Фокс. Да, про КМ надо нажать, девочка. Похуй, Меган Фокс. А я же нажала. А там она нажала. Это тоже ебал вчера. Много вечером уже. Марк, ну ты крыса, я первая нажала. Не было такого. Было, было. Погнали, не детские мультики. О, берем. Бандерас. Футурама. Откуда блядь? Ты знаешь? Я все так это халява, блядь. Да, ты еще скажи, ты не знаешь. Я не знаю. А че? Я нахуй не понимаю, куда. Вы можете просто, типа, просто на экран нажимаете или обязательно на кнопке? О, отдавай. Отдавай кому-нибудь вопрос. Так, ну, нам. Схуяли 450. О, я знаю. Дерзко 69. Макс, ну я физически он кнопку не успеваю нажать на волну. Это мой любимый тиктокер, постоянно попадает. Твой любимый тиктокер? Ну он меня просто дохуя его в реках. А свадьбу заценила его? Да, да. Я видела, как предложение делали на концерте Лиды. О боже, Юль. Давайте еще раз по шарик. Машине. Давай по машине. Мне интересно, да, там еще хуйня. Морфилин выбирай. Морфи.
Ой. Не, ну у тебя морфелины, сокращенно можно морфи сказать. А, я знаю. Ну вообще, да, можно. Макс! Кия! Да я, блядь, почему не нынт? Да, 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 кстати, видно. А нужно второй или нет? Макс, ты гандон, Юли, сервер в соседней комнате, она быстрее жмет, блядь. Если у нее пинга вообще нет, нахуй. Оружие. О. О. Так я знаю, блядь. А куда ж ты тыкаешь? Револьвер, нахуй. Револьвер. Подождите, а кто первый нажал? Я, по-моему, первый. Нет, не револьвер. Марк. Как не револьвер, блядь? В чате написали правильный ответ. Охуеть. А что там? Это какой-то пистолет. Дай мне второй шанс. Так это долбереты, наверное, видите? Да, обязательно, Юлёк, долбереты. Именно они. А что их двое? Ну, в чем отличие револьвера и магнума, Макс? Кольт. А, кольт даже, нихуя. Хочешь поднять бабла? CSGO Run создал бота, который в честь Ай-12 раздает 200 тысяч рублей. Удачи! Призов хватит на всех. Какой Навальный, блядь? Он Алексей был, долбоёб. Похуй. Долгополов, блядь. Ну это популярный же пиздец. А ты знал? Я, конечно, знал. Я только знаю Павла Волю, или это не стендапер? Это миллионер уже. Стендапер Павел Воля. О, так я с этим играла. Я тебя сейчас знал, ты, блядь, играла с ним. Я с ним там рядом была. Ну? Шаршуршвили. Ага. Ну как там, ну тяжелая фамилия. Ты сказала? Шаршуршвили. Мара, говори. А схуяли я нажал, я не жал. Мара, говори, Андрей Бибирашвили. Я не жал. Артур Шаршвили. Я говорю, Андрей. Андрей Баршуршвили. Ну, блядь. Хорош. Так ну все, блядь. Ну я понял, что Марка примерно шансов 0,1%, блядь. Да нет, я все знаю, сейчас мы дойдем до моей темы, ёб. Давай. Это не детские мультики. Боевики с утренней не было еще. Все тут забираю. Ой, я знаю. Мне мама не разрешала такие мультики смотреть. Американский папаша. Да как, у нее пинга нет, клянусь! Как не разрешала? Марк, долбоёб! Комнату хостил, дисбандыч! Так он под вами живет, блядь! Ага, и что, дрочит, блядь? Ладно, боевики давай, Марк, буду твоя тема. Кот Сэвэйджем напополам, нахуй. По-моему, все фильмы это твоя тоже тема. Что это, Юль? Это новый фильм. Я не смотрел его. Я тоже его не смотрела, я... Там, короче, на постере фильма ему въебало прилетает прям с кулака. Прикольно. Марго, отвечай. Ну, что-то там... Кто? Нет, что-то сложное. Подождите, вот сейчас не пикайте никто. Кто? Никто не пикайте сейчас. Морфелин, пикни ты, когда будет желтая рамочка. Ну, если будешь ждать. А если не будешь ждать, тоже пикай. Ну, кто? Вот что, на, вот... Нет, машина надо было. Ой. Ой. У меня такой набор, идешь нахуй! Ну ладно, пикай, Марк. Я хочу, чтобы девчонки. Давай, ты опередишь. Это триммер с семью насадками, блядь, брал нахуй! Ну, сука, у меня такой же дома. Наконец-то. Сюда нахуй. Сейчас Юльку догоним. Стой, у них баллы вместе складываются? У нас суммируются баллы. Нихуя себе. Начи. Ладно, вот это самый топовый. Рано. А, гриффины нахуй, сюда. Я не рано, спокойно нажать. Да, не-не, ты слишком рано нажимаешь, у тебя фокс. Есть когда нужно фокс. Нажимать. Ну, сейчас, смотри, как желтые щас... рамки появляются по бокам картинки. А, то есть, типа, вот, временно подумать, и да. Все понятно. О, я знаю! Я приезжаю, это не Бентли, Марк. Я знаю. Блядь! Ягуар. Вау. Минусую, нет? Нахуй. Блять, ладно. А вообще, я Макс, знаю. Я могу предположить, что это... Там... Да-да? Мьюзик. Есть такое? Нет, ага. Возможно. Panasonic, блять. Где, блять, мои логотипы? Скажите, пожалуйста. Подожди, Макс, ты охуел меня обманывать? Ты сказал, что ты Ягуар, блять. Потому что ты сказал, что это не Бентли. Так я все что угодно могу сказать. Не, как... Ну ладно, ладно, хорошо. А, это... Уснешь ты сегодня. Да Марку помогают, блядь. Как у меня не помогают вообще? О, я знаю это! А я забыла, как называется. Блядь, я тоже забыл, сейчас подожди. Там еще медведь этот смешной, ебаный. Блядь, как оно называется, сука? Ну, что-то с лесниками, с деревьями.
Там название города, в котором это все происходит, городок. Бля, пивка бы сейчас. Нет. Короче, какой-то Спрингл Пилс, блядь, или как-то так эта хуйня. Максюш, пожалуйста. Ты гандон? Брат, ну клянусь, бля, по-другому называется. Бриклберри, точно. Ну, так, знал, бля, клянусь, по-другому называлось. Чел пишет третий лишний. О, мау. Я чат после ответа открыл. XD. Ага, я тоже. О! Так. А тут какой-то красный. Это американец девчонок, какой-то. Не, это не Альфа Ромео, друзья. Альфа Ромео. Это не Альфа Ромео. Я сказал честно, а не Альфа Ромео. Красава! Юль, но это Ягуар. Да что не так? Юля, ты фидонишь все баллы. Да мы нихуя не отвечаем. Давайте по мужским инструментам. Давай. Интересно, что там за подборка. О! Ой. А это что-то, девочка? Вот видишь, смотри, девочка, смотри, видишь, белое пошло. Вот это да. Марфилин, отвечай, вот ты почти. Я отвечаю. Это лезвие для бритья? Какая? Нет. Опасная. Не подсказывай их три, блядь! Я не подсказывал? Какая нахуй? Так я спросил. Подсказывай. А Ева вообще, у них кстати, есть виды? Подсказ... А они не успевают. Нет, я даже не даже не знала, что у них есть виды. Спасибо. О, опытная. Как, блядь. Это что за фильм? Я знаю, что слева чел играл в этом, блядь. Гнев человеческий. Девочки, знаете? Нет. Нет. Довод. Теперь знаю. Маркус, ладно, я буду тебе чуть-чуть помогать. Твой Макс, Ева вообще даже кнопку не нажимает. Она нажимает. Она нажимает раньше. Это тот довод, который пару лет назад вышел? Ты его мать ебал. Кто это, блядь? Девочки. Это трэш. Предположение. Это трэш конкретный. Ну, бустер. Пиздец, блядь. Ты всё знаешь? Марк, а ты чё не нажимаешь? Вообще... Я не успеваю, ладно. Говорю, брат, я же нажал. Чё пришла блядь. Тогда? Тут всё хуже. Меня на замену позвали. Давай, ладно, давай. Марк, давай летя, чё пикну. Наверное, сандалит. А похуй пикай и всё равно. О боже, блядь. Это Арстан Гаргумян, блядь. Ты долбоёб? А кто я? Не ебу, кто это, блядь? Кто ты сказал? Да, я тоже не знаю, кто такой. Почти, нахуй. Но Серёга был похож десалта. Какой вообще стендаперы делают в мужской теме? Это как? Дисбандыч? Какая связь вообще? Схуяли. Игрока к тебе нахуй. А какая категория людей смотрят стендапы вот вообще? Дисбандыч, блядь. Я. Стендаперы. Ну, Наташа 5 озер, например. Реально. Не, стендаперов мы реально не знаем. Это скип. Сейчас скипа, подойдите. Нет, мне в ТикТоке нарезки со стендапов попадаются. Знаю, Макс! Да. Я скипаю их обычно. Чебатков? Да. Найс. Хорош. Вот вы выяснили, кто смотрит стендапы. Кто-то сказал? Мы выяснили, кто смотрит чат. Ебать, хорош! Не, Чебаткова-то все знают, это один из известных. Да? Я бы то первый раз вижу. Я просто совсем не смотрю стендапы. Чё хотите, какую? Давайте оружие, девочки. Девочка, ну это твой шанс, еби! Да я без раз нажала! Ладно, девочка, я тебя нажала. Девочки, что это за оружие? Это глок, не? Делаешь. Нет. Сюда! Найс, все. Ты в КС играешь? Мы X2 нафармили от его баллов, можно зачилиться. Конечно, нахуй, вы мне не даете вообще нажать. Ты только Юля одна нажимает. А я забыл, как его зовут, бля. Бля, я видела этого чела, я видела этого чела. Белобрысый, длинноволосый, как его зовут, нахуй? XUC? Я знаю. Ты раньше времени нажала. Блядь, опять, я нажала. Нету рамочки, куда ты живешь? Так нахуй, где эта рамочка, да, вот, блядь? Вот, пошла. Я нажала? Да. Да, Witchblade? Ёбаный рот, да. Ебать, я тих забыл его. Хорош. Бля, так с ума сойдёшь, три игры одновременно играть. Макс, ты там умер? Ой, бля, опять какие-то мультики странные. Ой, как вы это не смотрели? Не знаю. Мне не нравилось, я бля, слишком маленькая была для него. Полудолбоёб, я забыл, как называется, блядь.
Ну, мама в детстве ограничения бы смотрела на эти мультики и сказала мне такое не смотреть, а потом... Макс, подсказку! Не было. Царь! Царь горы! Царь горы! Точно! Пиздобол, стрим, снайперский ублюдок. Да нет! Да-да-да, по-любому. Блядь, я... Сука, они постоянно втроем стояли у дома, пили пиво, блядь, прибегал пиздюк, какую-то хуйню делаешь, делал, блядь, в лагере, потом бегал, делаешь, нахуй. Делаешь. Морел я его, ёб, боевики. О, я смотрел мой фильм! Я смотрела... Фильм. Миссия какая-то из частей, наверное. Миссия невыполнима, последняя часть, одна из двух, нахуй, первая. Я ее смотрел, блядь. А, тут даже нет. Да не, выпустите чат, похуй. А не, в натуре я не палил. Не, да, я не думаю, что... Пусть Марк он читает. Просто себе монитор второй раз разобьет, никогда не смотрит. Читает чат. Ох, ёптать, не смотришь. Я ее ебал на днях, да, отвечаю. Бля, ну ты... Кэти Перри, нахуй. Бля. Ёлочка, а как знаешь? Ее зовут? Я не помню, как ее зовут. Эмма Стоун же. Это в натуре вроде она. Да, Эмма Стоун. Она такая, тут на себя вообще не похожа. Сучка такая нормальная. Она... Крутая. Охуеть. Оружие. Ой. Из PUBG. В PUBG есть такое. В PUBG, девочки. А в КС-ке нет? В КС-ке нет. Ну, есть, но как бы... Маскулина, она же... Говори. Я не нажала. Я видела, у тебя загорелось. Я не нажимала, блядь. А на что нужно нажать? У меня руки просто... Это Скар? Это в КС-ке же есть вроде Скар, не? Это он? Реально, да, это Скай. Максюш, ну тут я просто не успеваю нажать, правда. Маркуш, я тебе буду помогать. Нажать, блядь? Да. Ладно, Марк, выбирай, я не буду нажимать. Конечно, оружие закончим, давайте добьем. Давай. Там 4 осталось, блядь, что это? Это у Гитлера такие пистолеты были, да? Немецкий пистолет. Блядь. Не знаю. На L называется. На N? На L. Блять, мне на Н послышалось! Люкстер Швицхер. Все верно. Ну, блядь. Как на русский пистолет Люгера, так и переводится, все верно. А это в оригинале он так. Честно. Не, можете загуглить Люкстер Швицхер. Че, мы добываем оружие? Да. Да. О! В КС-ке есть такое. Я его морковка называл. Как она называется? Блять, в ловос нахуй. Ты нажала? Да, нажала. Морфилин. Давайте совещание. Я не уверена. 10. Давай уже отвечай. Девочка, давай. МП5. Это МП5. Оружие нормально пока. Ну давайте. Ух ты ж, блять, Макс. Это в PUBG есть такая хуйня, да? В PUBG есть, PUBG. Ну недавно добавили, недавно. Недавно добавили. Недавно. Погнали нахуй. СВДшечка. Пиздобол. Её... Блять, в PUBG по-другому называется мразь, читающий чат нахуй. В смысле, так я оружие? Блять, вот сука. Как? Хочешь я вторую? Стой, стой, стой. Хочешь вторую камеру тебе дам с телефона, да выведу на монике, блядь. Не-не-не, я забей. Могу, не, нахуй, не надо. Клянусь. Ты хотя бы так будешь выигрывать. Клянусь. Мне похуй, читай чат. Ты, бля, все равно проебешь. Я не читаю. Ой, бля, это я не знаю. Это я знаю. Это... Ой, а зачем я... Подсказывай. Наверное, Тайлер Рейк. Хорош, быстрее, девочка. Бля, Юджи, гений нахуй. Сколько ты фильмов пересмотрела? Скажи, пожалуйста. Я все фильмы пересмотрела. Но не все запомнила. Смотрите аватарку Марка. Оружие, пока ехали. Это же был уже Глоб. А, это не Глоб. 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 В КС-ке, в КС-ке такой есть, да. 5-7, братишка, 5-7. Смотри, меня в чате забанили, я даже без этого отвечаю, хуесосы. Не дал? Каждый может зайти. О. 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 Машина, Марк. Как? Полностью. Опель, Опель, Опель. Опель, реально? По фарам видно, Опель. Нет. Фейк. Блять, на самом деле похоже на какой-то Астон Мартин, я хуй знаю. Нет. Это Мерседес. Мерседес какой-то. Не-не-не, у оптики нету Мерседес такой. Алло. Девчат, нажимайте. Бугатти? Мы не знаем. Бля, вы так хорошо в машинах разбираетесь. А, это Майбах. Алло. Да он вообще не похож. Ну, брат, ну а чё? Ну, старенький какой-то. Какой-то да, да, да. О чем никто не общается? Да не, пацаны, вы чё, я вообще давно не употребляю. Сейчас в туалет отойду, секунду. Бля, легенда ебаная.
Все, тут кто потерял, все нормально. Вова Пейн, Вовчик. Легенда. Не, без шутки, он же давно реально не употребляет. А что, он употреблял? Да нет, он так сигаретами баловался. Порки не люди вообще. Я вот стою на лайне, мне должны танго, фласки. Они не несут. Саппорт не люди. Они вообще не человеки. Блять, а я и хуй знаю, кто это. Я знаю, девочки, знаете? Нет. Нет, нет, нет. Головач. А-а-а. Истинно глаголит. Значит, мне кажется, надо девочкам подсобрать. Давайте по инструментам, ребят. Там же там разные штучки, там интересные. Ой, круто. Так это у Марка такой блендер для члена есть. Есть, есть. Что есть? Блендер для члена, блядь. Насадка нахуй, ёб, дрочилка, блядь. А чё там? Реально? Конечно. Эшли гавкает. Да, Эшли гавкает. Так, может, кто-то пришёл? Сейчас. Стрим поёвал, прикрепил туда и погнал нахуй. Ты чё, охуел, гандон, блядь? Ублюдок ебаный, нахуй. Нажимай. Я шутил, я там, извини. Там Юля отошла. Марк. А у тебя есть такая штука? Да, я к нему приехал первый раз, да, я к нему в Тольятти приехал, он меня поселил в свою комнату, говорит, Макс, если что, тут лежит вот мастурбатор, если надо, я его к твоему приезду помыл, пользуйся. Сколько такая хуйня? Он берет, офигеть. И что, как нормальная тема? Ну ебашит, дай бог, блядь. Да кто стучит, ты, сука, блядь? Это Натали Портман? Я забыл, а он батарейка села. Короче, нормально. Кто мне звонит? А как зовут актрису, которая на нее похожа? Вторую забыла. Вторую с ней путают еще часто. Макс, а что, Новый год уже там, блядь? Нет. Почему? Сзади у тебя все сверкает. Да это у Юли в комнате компьютер. Морфелин, тыкай. А. Ага. Давайте опять эту хуйню. Ой. О! Бля. Это, блядь, бритва для депиляции очка? Что это? Это электрическая бритва просто, блядь. Я не знаю, что такое. У меня тут вообще другое написано. Братуха, это электробритва, реально говорю. Нет. Дисбанда, что это такое? Это вообще на бритву какую-то не похоже. А, ну импульсами, током бьет по ебальнику. Вот. Юль, знаешь, что это такое? Устройство для фото. А, да, я знаю, что это такое. Порошник. А-а-а! Что такое фототерапия вообще? Вопрос хороший, я тоже не уточнил. Это либо для какого-то омоложения, либо для удаления волос, скорее всего. А реально, а кто Марку насыпал просто так, алло? Никто, я сам, блядь. Сам насыпал? Навальный, Макс, быстрее, подсказку, понял? Бля. Макс, это Навальный? Какой Навальный? Нет. Ну ховал, типа, долбоёб, быстрее. Нет. Так я не ответил ещё! Я тебя спросил! Да, девочка. Это Volkswagen, блядь. Еби нахуй. Это Кодек ебучий, блядь, я говорю, нахуй. Блядь, Макс, какой ты дурень, нахуй. Хорош. Я как должен был понять, что у тебя Навальный, ты ховал, блядь. Ну типа ховал, Навал, блядь. Ну, забей. А на ком машины допьём? О! Бля, Марк, это твоё. Это моя малышка. Макс, это девятка, блядь? Ну это похоже, брат, на девятку. Практически, блядь. Практически. Ну это, ну похуй на марку, это вот Лада, блядь. Вас. Лада, вас. Ну с городом связаны с каким-то. Ижевск. Близко. Еще. А, я знаю, а как сказать? Близко. Жигули. Со столицей связано. О, Тольятти. Москвич, москвич, блядь! Москвич! Блядь, Тольятти — столица мира. Ладно. Ижевск. А не Ижевск. Что хотите? Вообще, похуй, мы же все равно все пикнем. Ну да. Давайте мужские инструменты опять. Как же нравится. Как же нравится, реально. Потому что там каждый раз разное. Ой, давайте, девочки. Это легко, кстати. На, блин, нахуй. Я могу, кстати, поритмить. Волосы в носу, что... брить, да. Бритва для волос в носу. Блять, я же нажимаю, когда она оранжевая, какого хуя? Пиздец, ну надеюсь, ты себя выбриваешь, там все нос все микробы попадают без защитных волосинок. Вот так. Вот так вот тебя в девчик прилетел.
Будешь парировать, не буду... нет сегодня? Нет, очень жестко будет, не буду. Нет. Ох, какая тварь. Ой, бля. Ты ее ебал, скажи честно. Нет, эту не ебал, к сожалению. Как ее зовут? Элизабет Олсен, наверное. Откуда ты знаешь? Потому что это Алая ведьма. А, понял. Вопросов нет. И сестра, а я просто Олсен. Фильмы смотрю, блядь, и хуй вообще не ебу, кто там играет. А вот Юля и все изучает. Я ее знаю только чисто по фильму, я и моя тень. Грудью в чате. Антоха, здорово! Здорово! Хороший интернешнл. Ну, победили-то что вы. Красава, реально, Антоха! С победой! Ну, Team Spirit вперед! Хорош, Антоха! А, ну это только долбоёб мог такое сказать. Это я! Ужас, блядь. Че смеешься? Ничего. Мартошу убирай. Стендаперы. Вот файл Image 5. Охуенно. Нормально. Минус 1000. Костя Пушкин. Нахуй. Костя Пушкин! Я прогрузила фокс-мак. Что такое? Не считается. Это что такое? Заберите у него обратно 300. Так, у меня фотка была, блядь, то, что у вас там не было прогрузов, ваши проблемы. Допустим. Ох. Бля, вот это да тоже зачем ты выбираешь голливудские малышки, ты никого не угадываешь, Марь. Он просто, бля, это что, мне просто тыкает. Картинки нравится смотреть. Галь Гадот. Это кто? Это где она снималась? Же женщина, это такая, чудо женщина. Дисбатся тут порноактрисы будут? Понял. Да, со сценками. О, ебать, это такой охуенный фильм. Блять, как он называется, нахуй. Блять, неудержимые. Это... Точно, ебать. Я не знаю, сколько они бабок на актеров потратили, это же вообще пиздец. Там все легенды, нахуй. Там даже Терминатор есть. Ребят, если вас забрали стендаперы, я специально не добавлял их. Это что такое? О, спасибо. Ты сейчас убрал? Сейчас вообще свою зарплату до нуля добью, блядь. Он просто проебался. Да. У меня не сохранились они, блядь. Это отлично, нахуй еще. Всем привет, ребят, куча. Согласен. Сегодня у нас ПУБГ, потом Валорик, потом следующий нахуй стрим. ПУБГ, Валорик, следующий стрим. ПУБГ, Валорик, блядь. А как же Раскурка? Газаут! Сука. ПУБГ, Валорик. Чили, Раскурка. С Максисом. ПУБГ, МБ придет. Да, Серега. Я вообще фанатка ПВГ. Вот так вот, блядь. Спасибо. Минус 3000, сука, уже. Ну, бывает. Ну, бывает. Я в должниках остался. Куда я? Да, уже ты мне еще должен. О. Ладно, нет, вот это самый топовый. Восточный парк, девочки. Восточный, блядь, северный. Южный парк. Вот так вот, прифанула? Прифанула она. Мы уже не нажимаем, потому что жалко, блин, хоть камбэк нажимаем. Вот так вот, понял, нахуй? Камбэкнул, там баллов дальше побольше будет. Давай твои любимые мужские инструменты, блядь. Клиторку своему можешь приложить, прифануть, нахуй. По-моему, это для твоего очка. Надрочилка клитора, блядь. Долбоёб, тут все мужское, нахуй. Это же мужское. Это для жопы, а туда, походу, яйца вкладывать надо. Для вот. Яйца вкладывать. А что там такое, не знаю, ну, как мешочек? Так это хуйня, это вакуумный клитор, блядь. Макс, ты угораешь? Ой, вакуум... Нет, это для жопы. Юлька правильно говорит. Нижняя хуйня в жопу идет. Это жопная дрочилка. Верхняя хуйня в клитор всасывается, блядь. Бля, какой идиот. Я же говорю, массажер простаты, блядь, дайте мне 300 рублей. А что ты не нажала? Я нажала. Каждый день. Дайте мне 300 рублей. Макс, Мартини, не может не бабки, а массажер простаты дарить сразу. Бля, это я тоже смотрела. Что это за... Я это не смотрел. Блядь, мне эти картинки... Мне эти картинки вообще не очень. Я... Почему все, что я угадала, это Наталья Портман и массажер простаты? И даже за массажер простаты мне поинты не зачислили. А ты не нажала пока им. Ну это правда. Топчик тоже. Блять, Юль, и ты и я этот фильм смотрели. Как он называется? Скажи-ка мне. Я не помню. Ну что-то, наверное, про поезд. Какой-то поезд. Не-не, там что-то со временем, по-моему, связано, не? По-моему, что-то про пулю. Да? А, быстрее пули. Делаешь. Хорош. Маркуш, мискликнул, да?
Ну, а не успел. Время, это ты другое думаешь, там, где он возвращался постоянно во времени, что ли? Не-не-не, это я название просто перепутал. Это вот новый, который быстрее пули вышел. Да. Он комедия охуенная. Он топовый, топовый. Да. Ох. Ох, шлюха, блядь. Это жена Роналда, да? Угу, конечно. Нет. Панелопа Круз. Да, Юля так отвечает, как будто всю жизнь прошла, нахуй. Да, это давай. Я уже реально не знаю. Сколько преисполнилось, нахуй. О, охуенный фильм тоже. Брат за брата! Это новая часть, я не видел. Ну, я хуй знаю. Ну, это какой-то уравнитель, я просто не помню первое слово. Маркуш, вот Юлька правильно сказала. Вот надо первое слово. Что она сказала, уравнитель? Да, надо первое слово вспомнить. Это третья часть, по-моему. Ну ты, сука, тупой, блядь. Да, блядь. Блядь. Я боюсь чат смотреть. Так, у нас сколько получается у девчат? 5-100, 6-100, 6-450 на 3000, Марк. Неплохо идешь, на самом деле. Нормально. Их три головы, моя одна. Да. И не спавшая сутки, блядь. Давай. Шутеры. Шутеры. Плакал каждый. Ручные инструменты, пиво, футболиста, быдло, мерч, рыбалка, музыка. Пизда вам. Девочка, выбирай. Давай, сам первая. Что это такое вообще? Игра как какая-то. Игра? А, я играла. Зона нахуй! Бам-бам-баинг! А, точно. Лаверзон, блин, уже я за день играл. Там тут пиздец конкретный. Делаешь. Там простата каждый понадобится. А это я хз. Конкурент Call of Duty. Battlefield, братишка. Какой? 20-42 или как? Ты чё, охуел, откуда ты знаешь? Ой, камбэк пошёл. Ебать. Разогнался, Маркуш. Давай. Следующий, бабаджи, прифую, блядь. Ой. Хуйня вообще, вопрос, сейчас тоже ответим. Ты, кстати, в неё играл. Да, я в нее играл. Как ты знаешь, что он в неё играл? Квад, братишка. Что? Откуда ты знаешь, что я в нее играл, блядь? Здесь нас разъявляют, по-моему. А кого хуя мы давим одну и ту же категорию? Когда Марк играет, это так... Ну ты, конечно, интересно. Блядь, а что это? Я нажала? Я рискнул, Payday, нахуй. Какой? Последний? Какой последний? Второй, блядь! Третий! Третий вышел. У него, кстати, отвратительный отзыв. Бля, Макс, ты гандон ебаный, ты на моей стороне или где, бля? На твоей, брат, ну неправильно. Брат, ну я ответил неправильно. Ну, Арин, ну ручные инструменты, наверное, да? Ну, очевидно. Сейчас хуйню... Ой. Маркуш! Блядь, этой хуйней надо стену. Да, можно просто мерить ровность? Просто уровень, нахуй! Сделаешь. Да. Мне похуй, я обгонюсь вообще. Впереди мира всего, нахуй. Опять шутером. Хуйня, пиздец вам. Десаут играл в нее, она в бета-тесте. Да, я знаю. Какая? Блядь, я без кли... Успел. Блядь, как она новая игра? Ты опять, ты слишком рано нажала. Да, я уже видела. Новая, сейчас. Финал! Финал, нахуй. А в начале что? Закрой рот, финал засчитай, блядь. The Finals. Минус 1000 дизбандач. Блин, я вообще игры все эти не знаю. Фу, блядь. Я узнаю существование новых шутеров для себя сейчас. О, ладно, это я знаю. Бля, охуенно игра, надо поиграть. Да, 100%. Топчик. Overwatch, нахуй. Говно. Какой? Overwatch 2, блядь. Молодец. Давай, нахуй. Он меня перекликивать начал. Вообще. Разогнался. Поймал стэп, нахуй. А что это так? Блять. Это тоже играли, как они играли. Roblox, нахуй. Уверен? Давай, это Roblox, и режим в Roblox, и войнушка, блядь. Да иди нахуй. Да, Макс, ну ты охуел, это Roblox. Это не Roblox, блядь, в Steam отдельная игра. Roblox-ит, блядь. Roblox-ит? Ага, хуиси, блядь. Батл, бля. Ладно. Кстати, надо ее забрать на стрим, поиграю, спасибо. Что ж ты теперь делать будешь? Ты все свои шутеры выиграл. Сейчас будет музыка, там я тоже буду, все наизусть знает. Пика, Маркуш. Кстати, я позер вообще еще. Пиво нахуй, давай, Макс, со мной. Ой. Не, я не знаю. Я знаю, это лайк. Премиум лагерь, ёпта.
премиум. Будет немецкая, смотри, в Амстердаме отфоткали его. Пусть будет там, стал нахуй. Ты что, охуел? Чё, блядь, немецкая пиво, блядь. Пусть будет Амстел, говорит. А почему немецкая в Амстердаме? В смысле? Да, не... Чё, блядь, Амстердам это ж немецкая, блядь. Пусть будет. Нормально, нормально. Фикай, Маркуш. Вот это реально не знаю. А я тоже не знаю такое пиво. Вид бир, так и написано. Не-не-не-не. Наверное, будет... А, блядь, ну, white beer хотела сказать, своих слов. Не, Edelweiss. Я только тоже не знаю. Все ждут корону, нахуй. Все ждут корону. Не, так я не хотел нажимать. Это что, блядь? Блядь. Ой, это у нас продается. Я его видел на прилавках. Я хуй знаю, как он называется. Три буквы. Да, это производства. Кря? Три. Хуя. Кр. Воу. Гра. А. Ага. Ира. Жестко. Айпа. Ира. Бля, пиво захотелось. Внезапная музыка. О. Исполнителя. Taking my time, I'm down. Только исполнителя можно. Не знаю. Я не знаю. Дайте One Pills. Да я знаю исполнителей. Ты, блядь, в Ловус, нахуй! Ты что пишешь в чат, блядь, дурачок, нахуй? Выбирай, Маркош. Пытломер. Такое мы знаем. Юлю первый раз таком увидел. Я не нажимала. Что за хуйня? Почему он опять за меня нажимает? Как там он называется? Кто? Она не знает! Юлёк. Пола, Ральф, Лорен. Ральф, Пола, как-то она. Ну? Ральф, Пола, Лорен. Макс, я... Против. Вот гандон, блядь. Нормально, нормально. Сука, какое сложное заслоги. О, это Серёжа, да, клянусь. Я не знаю, что это. Это для стаи. О. Это Армения. Армире? Армания? Так. Давайте что-то другое еще пикнем. Посмотреть. Я, блядь, на стриме один раз сказал, что Армани одни эти жидкие нефоры носят, блядь. Ко мне пришли, нахуй, от стаи эти, типы. Чат, блядь. Жидкие. Можно игру просто назвать. Так никто не знает. А тут что-то надо кроме игры назвать? Там написано, как называется. Охуенно, спук, сука, спойлер кинул. Дисбандаж минус 1000, хуесос. Чё за игра, блядь? Ну, это какая-то колда, значит. Похоже на какую-то Техас, блядь. Техас. Нет, это не колда точно. Макс, подскажи. Ну, это игра про Дикий Запад. РДР, нахуй. Пизда. Смерть Артура Моргана. Ты долбав, ты в натуре спойлер, блядь. Дисбандаж минус 2000. Посчитайте в конце, сколько дисбандаж должен денег. Долги, так, отрицание. Футболисты. Головин! О, Мбаппе, девочки, забирайте. Кто-то это команда Эмирейтс. А я могу клуб назвать? А я Реал Мадрид. Хороший. Охуеть. Чё? У нас вот клуб Эмирейтс появился. Живых Airlines, блядь. Как Ева ответила? Стоп, я что-то проебал момент. Это можно было клуб назвать. Она Реал Мадрид сказала. А клуб можно называть? Там же написано. Там же написано. Выбирай, Евочка. Чё хотите? Рыбалку. Рыбалку, реально? Рыбалка. Боевал! Что за надо рыба? Надо на каждую категорию так боже. Ребят, рыбка. Это лещ. Короче, есть такой еще... Я не знаю. Есть такой есть еще такой алкогольный коктейль. Че, блять? Отвертка. А, я знаю! Ёрш. Ёрш, ну пусть ёрш будет. Макс, ты... А я раньше сказала, чем была подсказка. Да, кстати, факт. О. Выбирай, Евочка. Там будет. Бля, реально там рыба. Краснопёрка. Маркуш, очень вкусная рыба. Выбирай, Маркуш, я тебе подскажу. Смотри, либо форель, либо лосось. Делаешь. Ну? Бля, я форель захотел, сука, с пивом. С пивом? Бля, ну... Красную рыбу. Типа вяленую? Не, просто... О, Маркуш. Юля, ты по рыбам, я так понял, неплохо, да, ориентируешься? Да ладно, я знаю, это скумбрия. Делаешь. Хорош.
Мы такое... Скажи честно, играл в симулятор рыбалки? Нет. Нет, потому что я рыбак нахуй. Выбираю лёг. О, господи! Ёбана, бро. Минус 1000 за спойлер. Детка, закрой глаза. Я люблю тебя, папочка. Не смотри! Нет! Пиздец, грустно. Макс! Гордон! Да. Еще один вопрос. Она есть в VR? Это Half-Life? Какая, как Юль? Half-Life знает. Часть. А там цифра или... Цифра. Слово. Часть. Цифра. Да, девочки, ну, либо первая, либо вторая. Два, наверное. Два. Вторая, мне кажется. На микрофоне получше немножко. А когда третья? Или уже вышла? Надо было спойлер к играм назвать. Музыка. Ой. Ой. О, я знаю команду. А как в музыке Spotify оказался футболист, блядь? Потому что у него Spotify. Это Барселона. Так в смысле, как? Это футболисты? Барселона. Или Барселона. Педри. Кто? Это его реально так по паспорту. О. Ладно, мама наградила. Эй, окей, первый раунд. Бадман сделал weakest sound. Сделал новый лям на аккаунт. Ты гандон вот ебаный или да, блядь? Ладно, давай два, Маркуш, тебе два можно. Можно повторить? Я правда Big Baby Tape только услышал. А Гуна там, он еще пел про Гуну. Гуна, может, Гуна, Гуна еще на там, фите? Да. Нет, еще одного. А, из трех это одного. Это альбома? Да. Наверное, Арни, опять нахуй какой-то этот... Арни. А, ну, это блядь из этого альбома. Очевидно, нахуй. Да, башка болит. Очевидно, горит. А, еще Трэвис Скотт. Так, пиво хочу. О-о-о. Это популярное, пиздец, пиво. Да, это старый мельник. А я тоже так подумала. Ты гитару подумала? Нет. Бля, закусочки какие симпатичные. Смотри, там написано блонд, типа она светлая, да, значит? Бля, хочу сейчас бутер со шпротом, нахуй. Да ты только что форельку хотел. Ну, рыбу хочу. Ты не ел перед стримом? Ефи. Не, я вообще не ел. Это популярное пиво? Я первый раз слышу. Я не знаю, Юля, не считаю, очень много. А на глазок? Да не, у меня пизда метаболизм. Я не жру столько много, как кажется, правда. Не, не кажется, что ты ешь много. Да. Клуб. Фонбет. Россия, ПСБ, Фонбет. Валберис. Ну это точно российский Валберис какой-то, блядь. Да, это вообще какие-то, сука, бедные. Ну, это ЦСКА клуб. О! А как чела зовут, я не знаю. Откуда ты знаешь это? Ты увлекаешься спортом? Я футболом женским год занималась. О, нихуя, нихуя себе. А можешь вокруг света еще на камеру дать? Могу только один на один в очко тебя забить. Опа. Понял? Выбирай, девочка. Пикай в футбол, ты вытащишь, но я тебе верю в тебя. Ну ты знаешь, это брат твой реально близкий. Мой брат, отвечаю, Головин, Спартак, нахуй! Он сейчас Монако, блядь! Не, от России он в Спартаке играет, но тут он в Монако, блядь. Мне Гром говорил, что он в Монако играет, клянусь. Вы еще и с Громом его обсуждали. А, это лучший друг Грома, блядь. О, плоскогубцы, девочки. Кому ты пиздишь? Макс, Зубр. Это Зубр. Ты долбоёб? Это фирма, тут блядь. Тут написано же, что это щипчики, для Макс. Чего? Для чего нужно? Это, Макс, чтобы речь обрубать провода. Очевидно. Ебаные. Ну, не провода, но ты понял, блядь. Обжим. Там он и провода обрубает, и вот эти металлические штучки длинные. Прикуриватели. Я думала когти кошкам стричь. О-о-о! Непонятно, что за бренд, блядь. Хьюго Бофф. Вот. Баныч, еще лень было замазать, да, название уже? На минус 1000, кстати, да, молодец. Как бы ты понял, что это Хьюго? Ну, это уже наши проблемы. А мне всегда это нравилось. Спойлер. Это 43-й концовка, нахуй. Весь мир умер. Теперь ты! Юль, какая часть? Четвертая. Пиздишь. Как?
Ведьмак второй или третий, Макс. Какой? Сам выбери. Сам выбери. Ты братишь. Выбирай. Заебал, ну пусть будет, блядь, по графике второй, нахуй. Третий Ведьмак. Вау. А чё не первый? Угнать. Блин, ну графика хуйня, ну какой, блядь, третий? В третьем такая графика ебучая. Она топ, топ, топ. Был женский там этот трек. Не знаю. Название я либо тоже и... не знаю. А, можно нас... Да ты не знал, блядь. Бумер. Знал, знал, Hot Girl Boomer. Короче, ладно, Марк, на тебе... А Boomer это BMW? На тебе чаевые $100. Спасибо, браток. Ну я же реально знал. На кладбище имени меня, сотни могильных плит, но имя везде... Джубили нахуй. Он, кстати, на тебя чем-то похож. Чем, блядь? Вообще не похож. Он тоже шепелявит так прикольно. Я не шепелявый. Блядь, я слушаю только биточки без слов. Как мне в этом жить? Рыбалка, блядь. Блин, кто это, блядь? Это вообще Пулкин? Типичная рыба. Это не карась, если что. А, ну тогда это карп. Окунь какой-нибудь. Нет, не нет, нет, нет. Ой, я не нажала. Окунь. Марк, подскажи. А я сам хуй знает, ты случайно тыкнул. Это Марк. Блядь, отвечай. Подсказка внезапно, на С. Блядь. На что? На С. 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 Сом. Сом. Сом, сом. Да нет, у Сома усы, блядь. Макс, вот да. Ты сам знал, что это за рыба без, ну... Да-да-да, знал. Ответа. Да. Конечно. Он такая большая, пиздец. О-о-о. Почему вы лукаете, что это? Дорогой бренд. Монклер. Я тоже хочу себе Монклер. Макс. 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 Что там за тайны? Ох, блядь. Это девочки GTA Vice City, нахуй. Тише, тут тишину. Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Тише. Прости. Джо в сделку не входил. Пизда. Трэш. Какая? Мафия первая. А можно мне тоже 100 тысяч как фреймтеймеру, нахуй? Какая мафия? Вторая. Какой ублюдок ебаный. А что ты вначале сказал? Первое. Опять другой графики. Выбирай, Маркуш. О! Вчера я не пользовался. Плоскогубцы нахуй. Универсальные. А что они какие стрёмные? Это секатор. Может, да, может. Садовый секатор нахуй. Ты уверен? Садовые щипцы, блять, вот эту хуйню делать. Чё, с ней, чё ими этот обрезать? Короче, этой хуйней обрезают палки у кустов, блять. Сучки. А ты гандон, ну ты это правда же была, блять. Наверное, что-то. Там же, блять, там же категория, по-моему, инструменты именно. Ножницы по металлу. Ты что, не знал? Ручные инструменты. Делаем по-другому выглядит. О! Армянский нож, или как он там, блядь? На армянский? На М. Бля, я думала, швейцарский нож. Да, швейцарский. Да. Армянский, М? Говорю, блядь. Это мультинож. Какое М? Нет. На мульти, но по-другому называется. А дальше как? А дальше на У заканчивается. На что? Мультиту? И буква мультипу. Нажимай на L. Мультитул. Мультитул. Охуеть, вы собрали, блядь, левую. Бля, я не могу ему не подсказывать с этой аватаркой, нахуй. Почему нам не подсказывали, блядь? У вас аватарок нет, нахуй. Головин, блядь, брат мой. А был же. Это Спартак, походу, опять, я хуй пойми. Друг. А это любимая команда Равшана. Говно, Бавария! Ай! Говно, говно! Не, Бавария что? Говно. Факты. Даже не поспоришь. Чел. Ну. О,
О, Стелла Артуа, сюда, блядь. Какая? Стелла Артуа, нахуй. Блядь, я не нажимала, Стелла, что за хуйня. Спасибо, Марк. А не за что. Хорош, Марк. Я не знала. Я буду добрым. Вы мне не подсказываете, я вам буду подсказывать. У тебя подсказывали вообще? Вот что это? Это Фредди Перри, я сам знаю. Ну а что ты нахуй ты вслух говоришь, дурачок? Потому что Юля знает Фред Перри, блядь. Да, я знаю. Это для забивашек. Чего? Золотой ложкой в жопе у кого родители деньги покупают. Завтра 10-й школы, ты в правой лапке придется впитать. 40/40, нахуй. Что это, гвоздь? Это дрын. В PUBG есть. Это гвоздь. А, тогда лом. Не. А, реально лом? Как? А я думал, лом изогнутый там всегда должен быть. Да, на конце изогнутый красный. Вообще-то не конец. Дрын. Плакал. Ох, блядь. А, я думала, это сначала видос из жизни, не из игры. Это какая часть? Походу, дедушка замерз. Он умер, я новости недавно видел, трэш-стримерам задонатили выпить литр водки, там дед выпил литр водки и умер на стриме, блядь. Бля, это ужасная новость, это пиздец. Он прям синий лежал на полу, ебать, страшная хуйня была. Тоже так досадно, видимо, за деда. Метро, метро. Какое? Просто метро, блядь, первое, значит. Ну скажи, что она сказала только что, Юля. Чего она сказала, я не слышал. Опа. Юль, скажи. Экзодус. Экзодус, ну я же и говорю так, блядь. Ой, блядь. Смоковника? Сука, как якорь тебя тащу, Марк, нахуй. Ну, блядь. Рыбалка, погнали, нахуй. О! Осётр. На Т название, на Т. Игровый карась, Таранька. Девочка. Нет. Тарантайка. Нет. Тигровая акула. Треска, треска. О, нахуй, блядь. Девочка и футболистка, и рыболов, блядь, охуеть можно. Я недавно её печень хавала. Бля, в ловус подсос ебаный нахуй. Поехали, ща. Офига, это танец Фортнайта. Блин, а как клуб там зовут? Кто? Атлетик Мадрид? Нет, как это? Это по шортам поняла, да? Нихуя. База. Это база. Это жестко. Кое закончим. Ой, рана нажала. Я могу нажать для Макс, тебя. Макс, это брат мой, да? Один да, из... да, брат твой. Спартак! На месте, блядь! Блин, я думала, ты год играла в футбол, а не просто там футболистов учила, блядь, команды. Макс, ну, блин, там все равно. Ну, я понимаю, ладно. Макс! Да, брат! Мне Головин заслал, смотри, блядь. Да ну нахуй. Клянусь, блядь. Бля, это говорю, штучки вместо отверток, да, которые да, можно да. там подкручивать. Вот, ну, это да, все. Да, да, вот. Это ответ засчитается? Не-не-не, надо... Зачем ты нажимала? Не-не-не, так это же, ну ты правильно говоришь. А как я он правильно называется? Говорю, шестигранник? Я или как он? Нет, это не шестигранник. Ладно, я недавно кумочку собирала, такие мне, да пиздец неудобно. Лучше купить себе отвертку. Я тут пока мерч показывал, они уже баллу утонули, блядь. Да ты иди показывай. Давай, быдло, мерч. Иди поспи. Я посплю, блядь. Музыка внезапная. Я скормил себя устоем, как так быть хорошим. Мин нахуй. У меня даже его один трек добавлен. Aqua Beach, что-то, блядь, такое нахуй. Сейчас. Ты по голосу, типа, узнаешь и по стилю не в чате сказали. По подсказке узнаю, блядь. Давай, Маркуш, убирай. Не, без шуток я знал этого. О, я не знаю, что это за мерч. Мерч, бренд. Блять, ну, может, там Михаил Фигер? Да, да, такой полосочек. Вообще, я даже не знаю, что это такое. Нет, а, Михаил ты Фигер название такой пиздатый не делает, знаешь. Как будто. Да, я не знаю, что за название даже. Ну, вряд ли кто-то знает. Тромбровн. Не знаю. Тромб. О, после такого. Пика, Маркуш. Так. Ничь, на капельницу после твоего стрима, братишка, пиздавать. О, боже мой. Да, ой, я хочу смотреть, нет. Стоит играть? Я хотела играть все, наверное. Хорошо, не надо. Сука. Минус реп, дисбандаж. Не убивайте. Спойлер. Джой, вставай! Нет! Это спойлер-то это в начале было. А я и начало не знаю. Минус 5000 дисбандаж. Это за один? Я не знаю, что это какая? Вторая. Вторая.
Алло, долбоёбы, это начало игры. Понял, вопросов нет. Это мне было сказано? Как её в начале игры въебать? Не знаю. Кого её? Может, это типа флешбэк какой-то? Что ты хочешь? Убирай, Лёк. Я не знаю. А что ты сказала? Повтори. Не, я говорю, может, это флешбэк какой-то. Инструмент она хочет. Маркуш. Фирменное пиво. Короны не будет? Блин, тут все непопулярное какое-то. Короны не будет. Ну, Макс, можно вот это тот, где я? Брат, я не знаю. А, Жигули, типа? Похуй, Жигули, блядь, Жигулевские горы, ёпта, я же их показывал тут, блядь, дурак. Я забыл про ту экскурсию, я тогда сонный уже был. А я тебе аэропорт Саратовский показывал. Бля, когда не видишь эмблему, так глаза замыливаются. О, нихуя себе. Нормально. Это очень дорогая рыба. Ларчик. Акула. Тунец. По-моему, эту рыбу на свадьбах всяких азиатских выносят. Выблядок, нажми кнопку. Тунец! Реально, блядь? А у нее такие желтые штучки есть. Да, на хвостике прикольно. А там, она там несколько тысяч долларов, по-моему. Слышь, мне так похуй на мнение, да трепер танцует, когда он повесится. Она зависима. Какой ты позор, ебать! Я название трека знаю, оставь мне, блядь! Не, что ли? Мискликнул. Перенервничал, палец соскочил, сука. Я моргаю, Марка как-то увеличивается. Разговор о свете всегда заводится уставшими от темноты. Единожды узнавшие ее черты уже не будут прежними, поверьте. Но, к счастью, нам рулить на этой побитой карете. Зажги фонари. Огни бегут в стекле, пускай мазня нас разделяют окна. Спросил Глеб, а ты звезда? Я сказал, путеводная. На руле рука, и между пальцев догорает что-то. Того, что в отражении, мне не раскидать два счета. О чем моя свобода? Моя свобода отражения, когда на нефть немецкого кого-то. Исполнителя просто можно. Я знаю только минусовку этой руки. Вверх. Только исполнителя можно. Все остальное я без понятия. Руки вверх, засчитывай. Я тоже охуел. Ха-ха. Глеб, ну да, логично, я про минусовку говорила. Только. Моргенштерн, Кадиллак, блядь. Выбирай, Илёк. Ага. Рыбалка. Как же она любит рыбу. О, ой. Знаю. Бля, что же это такое? Непонятно. Это щука? Хорош, Маркуш. Как ты перекликиваешь? Я не понимаю, что у тебя с мышкой. У меня Dark Project. Что у тебя с пальцами? Я свой суперлайт выбрасывала. О! 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 Девчат! Морфелин и такая сумка от ГС есть, я знаю. Нет такого. Откуда ты знаешь? А, показывала в доте, блядь. Да, угорает, блин, с ней. Пиво. О, корона, девочки. Новой оправе. Российская. Российская корона. Роскошная. Ну давайте. Пиво боярское, нахуй. Я хуй знаю. 8% алкоголя. Или 5 там. Но это тоже корона, на самом деле, какая-то. Я хуй знаю, да, я первый раз увижу. Сибирская корона. О, а я вот это. Это нормальная подсказка, нормальная. Вот она, вот она, блядь. Пиво, рыбалка, блядь, нормально, футбол, блядь. Пиво, рыбалка, футбол. Давай, Марк, скажи, что это бензопила, хуесос, блядь. Метр, сука, метр. Ага, 10 метров, блядь. Рулетка. Делаешь. Бензопила. Да не, ну не все так плохо, Макс, на самом деле. Ну ты вообще ебешь. Ну, блядь. А ты в конце скажешь, что у каждого свои баллы. Вот тут опять тебе минус ремни спадешь, минус 10 тысяч. Я сколько должен, блядь? 100 тысяч? Пока минус 20 у тебя. Отлично, одной проблемы меньше. Блин, по дешевке уже получается. Нет! А то надо часть сказать? Да. Ладно, я не знаю ни одной части. Я тоже. Я даже ебу, что за игра. Ну, я так поняла, что колда. Ай, Макс, колда? Ну, это колда. Мне похуй, пальцем небо. Black Ops 2, нахуй, я его отцу покупал, блядь. Блаблакар, блядь. Бля, он сейчас с этой смайликом говорит. Просто... Black Ops. Не, это МВшка. Самая легендарная часть, так по мне. Понял. Все, Маркуш, давай, последний раунд. Так ты им скажешь то, что у каждого свои баллы по итогу, а не три против одного. Такого в правилах не было.
Сейчас мы себя потом. Я вообще в лютом. Я в лютом пролете. Ты на самом деле не намного баллов ты отстаешь. Я знаю. Сигма мерч, мечи, пародии, крепкие напитки, электроинструменты, боевое искусство, гонки специалиста. Давайте ускоримся. Давай. Давайте электроинструмент. Блять. Выбирай. Ой, блядь. Отвечай, зубр опять. Зубр. Это хуйня. Это не для чистки бассейна случайно? Нет. Тогда пылесос строительный. Пылесос это, да, строительный. Нет. Но строительный побольше. Где она сосать будет? Че, Маркуш, это? Строительный, блядь, пылесос. Да похуй разберется, где сосать. Похуй мне. Нет. Извини. Блядь, минус 600, так неприятно. Но он просто очень похож был, но по размеру поменьше. Краскопультик, блядь. Для покраски. Нихуя. Выбирай. А, опять я выбираю. Что хотите? Да похуй, выбирай. Выбирай, выбирай. Напитки крепкие, давай. Давайте. Ой, сюда, блядь. Это с какими-то вкусами. Халява. Нет, тут... Это бехеровка, братишка. Откуда ты знаешь? Как? У меня есть она дома. Что это? Ебать. Я бехеровка. Ебать, я первый раз такой вижу. Вау. А что это, по сути? Это настойки? Или что это вообще? Нет, это не настойки. Это абсент, наверное, да? Ну это типа вискаря, блядь. Ну типа того, блядь. Я не знаю, мне отец ее привез. Типа напиток? О, Инджин, я его знаю. Бифидор, блядь, или как-то бифиндор, нахуй. Ебать, ты что, алкаш ебаный, нахуй? Вот выяснили, кто алкаш. А, кстати, последнее время джинтоник начал пить, блядь. Ну не последнее время, а... Так джинтоник, это вообще имба. А вот это Оазис Осирис, блядь, как он? Не-не. Танцы в моей кровати. Какой? Ну, Блэк, наверное. Сука, алкоголики-стримеры, блять. Согласна. Все нахуй. Так, Сигма мерч. О. Он для ровных пацанов. Спортмастер. Ну, я по кроссам сделаю вывод, что это все в Nike. Хорошо. Бля, неплохо вывод сделал. Хорошо. Маркуш, давай, ты, блядь, 1500 баллов отстаешь. Я просто понял, что тебе там бордюка выплатил, надо поднажать, нахуй. Капа Прайд Сумонер? Нет. Ага, наверное, тогда... Фила? Найс. Хорош. О, блядь. Всё, надо собраться. По 600 уже за вопрос. Да, надо собраться. Ой, блядь. Тут много вариантов. Нет. Я занимался этим. Кикбоксинг? Ты тупой, блядь! Карате, блядь! Еще! Бокс! Нет! Ну, это не бокс, ебать! Тэквондо, блядь! Фу, блядь, долбоебина, блядь. Тэквондо занимался! Брат, у меня, блядь, синий пояс был тэквондо, нахуй. Я так ногами... Покажи прям сейчас удар на стриме. А, Макс уже колено себе вывернуло. У меня колено, блядь. О! Ой, это бурка. Для, ну, что им делать, хотя бы можете сказать? Бурить. Макс, им цемент мешают. Молодец. Да. Миксер строительный просто. Все, сейчас Марк выиграет, блядь. Соберитесь, курицы. О! Я бы не позволил сказать. Это не перфоратор, если что. Да, похож. Блядь, а что это? Ну это чтобы дробить. Ну это что-то из этой схемы, мне кажется, из тем перфоратора называется иначе. О, оральный секс. Бля, спасибо, бро. А вторая? Все верно. А, добойный молоток, я знаю. Это оно? Да, практически. Ну там электро. Выбирай, Маркуш. Его искусство. О! О! А так нельзя бить. Ты называл это хуесос. Кикбокс. А-а-а. Я знаю, да. О, ебать. Дай бог, блядь, сейчас все отвечу. Ты тоже это называл. О, я занимался этим. Чем, блядь, литерболом нахуй? Ну, пап, я карате занимался, блядь, 4 года. Карате, ёб. Реально? А, да, у меня зеленый пояс был, блядь. Зеленый это нахуй второй, блядь, сначала. В нашей школе? Белый, желтый, зеленый у него. Первый по четвертый класс я занимался. Гонки нахуй. Ну, часто дают такие темы. О! Ну, пиздец, я ничего не знаю. Я даже ничего не знаю. Максюш, это... Форза. А. Какая? Кась нахуй. Нет, может, это нет. Ну, какой девчонки? Кась.
Я знаю часть. Пятый. Кого, блядь? Какое название игры? А, не, не Forza. Нет, Forza. А Forza сказала. Need for Speed. Короче, понятно, нахуй. Что это такое? Рандом Крю вторая, блядь. Как? А, ебать. Это на Forza? Ему подсказывают. Разогнался. Блядь, да куда он разогнался? Ты ему половину ответов просто подмазываешь. Ни в коем случае. Специалист. Было. О! Это, блядь, кто? Firesol, нахуй? О. О. Девчонки, на что он делает? На S. Сварщик. Кто, блядь? На S. Работа. Что за работа это? Я думала, это автомеханик. Я не... Девочки, давайте. Сантехник. Какой? Чего? А что он делает? А что он делает? Да все, в пизду, короче. Марку знаешь? Все, ГГ. А у меня есть время, подожди. Ты сказал на S, ну я не понимаю, это слесарь, блядь, но это не он же, нихуя. Тут он какие-то шестеренки делал, я хуй тебя знает, я не хочу руинить все баллы. Блядь! Блядь! Какой ты выблядок, нахуй. А что он? Причем тут гайки и слесарь, блядь, вообще, нахуй. Вопросы всегда с бандачу. Слесарь это же кто электричество, не паяет? О, давайте, девчат, ну получится! Бля, как его? Ну как его? Это, как его? Слесарь, нельзя... сварщик, блядь. А, да, точно, да, нельзя какой-то. Смотреть на сварку. За что? Да, ты ослепнешь, Юль. То есть я вот... Да, я не смотрела. А это кто? О, Аринк, давай твое. Ну куда он мисс Клик? Нажала, блядь, мисс Клик. Ну, блядь! Давай. Ну, блядь! Ну кто это, Арин? Ну, это автомеханик. Делаешь его. Хороший. Наконец-то. Ну, блядь, там тоже что-то было похоже на составляющие машины. Я ебу, что там находится. Я только логотип теперь знаю со вчерашнего дня. Мечи. Все, разгоняемся, поехали. Для какого вида спорта? Она опять не блядь, да я же нажимаю. Волейбол, браток. Ой, пиздец. Ты рано нажимаешь. Почему у меня эта хуйня, она горит? Рамочка именно начинает сужаться вокруг вопроса. Она горит, когда ты нажимаешь. Ой, блядь. Ладно. Не туда смотришь вообще, мне кажется. А куда мне смотреть? Я всю игру не смотрю не туда? Да. Охуеть. Куда все-таки? Макс, бейсбол американский. Ой, я сейчас не тыкала, кстати. Да, как он ебёт. Наши бонуски убегают, девочки. Макс, можно мне не бонуски, а бабки? 70к на винлайне въебал. Нет. Как нет, блядь? Блядь! Куда ты нажал, блядь? Ты шлюхи! Сука, тыкай до вопроса, блядь. Ебаная мышка скользит, блядь, руки потные. Все, пиздец, приехали. Made in China 40+, блядь. Что это? Настольный теннис. Блять! Как он называется, коротко? Я знаю! Пинг-понг. Блять! Ха! Ну, блядь, у тебя все равно было больше, Маркуш, на 3000. Настольный теннис как-то тоже подходит. Макс, я не спал сутки, мне так плохо, я сейчас умру, блять. У меня нервы. Маркуш... Это луна, девочки, видите, кратеры такие на ней. Реально? Да. Правда? Гольф. А блядь, как, блядь, ты раньше... Как это потеет, мразь, за эту бонуску, нахуй? Макс, хватит отгадывать уже. Так я знаю, я не отгадываю. О, это бисквит шоколадный, нахуй. Это во всех американских фильмах ты играл, показывается. Американский? Регби. О, хороший лёг. Ну да. Спасибо. У меня она опять нажалась, при том, что я даже мышку, если что, не трогаю. Каким образом это происходит? Они втроём кликают, я один, блядь. Футбол руками. Ой, блядь! Макс, это либо водное поло, либо футбол руками, нахуй. Долбоёб, какое водное поло, дебил, блядь. Я тоже подумала, водное поло. Это футбол руками, хэндбол, блядь. Нет! Хэндбол, нахуй! Долбоёб. Хэндбол. Реально похоже на кадры на фоне бассейна, типа. А слышит, на водное поло тоже похож, там, сзади вода, блядь, была. Я только что это сказала. Это Умбра. Деним, блядь, какой-то. Кто носит фирум, тот хуй сосет без шума. Алло. Пума! Хорош. Бля. Нормально.
кобыла. Ебать, разогнался, хуесос. Тише. Да. Что это? Дисбандыч, а что тут везде афроамериканцы, нахуй? Ну это сайты такие, понимаешь? Рибок, рибок, браток, рибок, быстрее, дальше, дальше, мне на комплимент надо. Не, правда, прикинь, я просто ночью спать не могу, не могу уснуть, бля, я боюсь, чё со мной. Вот я тоже пойду, наверное. О, халява! Да что это такое? Все похожи между собой. А что, не получилось вас в заблуждение вести? Я не знаю, что это. Нет. Ну самый хайп, самый хайп. Я тебе сейчас минус 1000. Так, а если кнопку нажать? Только попробуй меня наебать, Адидас. Блять, а вот как понять, что это Адидас был? Ну вообще там отсылок к Адидасу не было. Да, они все одинаковые, эти костюмы. А три полосы что там, по приколу так получается висели? Я не обратил внимания. Ой, я там знаю. Там везде полоски, 2, 3, 10. Блять, Макс, умоляю, не минусуй, я неправильно сперва рассказал. Оазис, Оазис, блять, как она нахуй? Асикс, блять, да. Азис, бля, какой что ты тупой. Что это такое? Ну, это асиксы. Асиксы, кроссовки. Кроссовки популярные. О! О! Спортмастер. Тундра. Мерч. Теодора. А что это? Я не знаю. Ну, девчат, ну, на какую букву похоже-то, блядь? На Д. На Д. Дэймикс. Делаешь. О, хорош. Янчик на фото. Так, ладно, что нам нужно выбрать, чтобы камбэкнуть? Уже ничего, я эти категории ты все знаю. Ты тихо, знаю. Давай, пока мы не у тебя сейчас. О, с девочками тут понял. Понял, что, извини, девочка. Что вы хотите? Го, пародия, Юля, у тебя хорошо бы он получал. А, блядь, сфоткаться для превью надо, сейчас. Я знаю. Кто это, блядь? Блять, это либо Литвин, либо Бустер. Я у Литвина видел видео, где он для превью фоткался в инсте, блядь. Ну, выбирай. А, ладно. Ну, и не то, и не так, и не так, да? Сука. Да. Литвин говорит нахуй. Я у Литвина смотри силу, он там типа показывал, как он на превью, блядь, фоткается. Я сразу об этом подумал. Так, давайте. Ребята, а что у меня есть? Это пуэр. И Губарев в жопе провел. Сейчас затестирую. Это, наверное, злой? Да. Как больно каждый раз, кого отвечаете. Так. Ты же ничего не выиграешь, если выиграешь. Это логично. Если лизал, не улыбайся. Бля, я что-то не помню такого момента. Я хуй знает. Но есть обезьяна одна. Лизал очко Равшан, блядь, и обезьяна Равшан. Чел пишет. Брат наш. Выбирай, Маркуш. Так, гонки нахуй полетели. Ой, ну это изи для Марка все. Вы не знаете? Нет. Вы Лексостримы не смотрите? Форза пятая, блядь. А. Бля, хорошо ты пятую сказал. Я по карте не узнала. Они мне все на один вид. Они вообще все одинаковые. Это самая популярная часть гонок. Самая популярная. Серия гонок, точнее. Самая популярная. Блядь, стой, видишь, вот эта рисовка ебаная. Самая популярная. Need for Speed. Блядь. Точно, сука, где ты? Это единственное, что я знаю просто. Хорош. Я сейчас опищусь. Делаешь. Писай. Гопарой, Виталий. Дружище, а ты слыхал сказку? Как 4 медвежонка твою мать ебали. Советую послушать, посмотреть. Может, узнаешь это, себя там, ее гандон ебаный. Блять, Боба Пейн опять нахуй? Не. Ростик? Не знаю. Нет, ты че, угораешь? Ростик, не матерится даже. Ой, я не сказал. А кто еще из дочек? Пицца Нубов, блять, Стрей. Кто это? А, ну который голос вот это, слышишь? Да, там, да. Типа, котика охуенный чел. Очень охуенный чел. Я недавно спрашивала еще, как его зовут, и забыла опять. Сюда. Переигран лучшим. Сюда. Трей 2-2-8. Делаешь его. Так.
Так. Крепкие напитки. На секунду. Это прям название надо. Егор, здорово. Алло. Ну, название, потому что водка-то так написано. Алло. Ну да, на название, потому что водка написана посередине. Блядь, там какой-то поэт нарисован какой-нибудь, я не знаю, блядь. Пушкин нахуй. Достоевский. Пушкинов. Еще есть такая, этот, в КСе такие щелы. Да, блядь. Да, да, абсолют. Это точно в КСе? Да, да, да. Я просто абсолют обычно со вкусами покупал. Ну, то есть вроде из... Наверное. Там что-то из... О. О, это, блядь, вискарик у нас охуевший идет. Блядь, как сложно. Ну, это мы не знаем. Блядь. Не Джеймсон, Джек Дэниелс там. Вот это не. Какой мы дорогой, не пили, нахуй. Я тоже не знаю, что это за вискарь. Или вообще, может, это даже не вискарь. Дис Бандыч у него на полочке напротив стоит. Рэр Брэд. Непонятно. Урбон виски. Ну, это сложно, пиздец, если что. Я могу скипнуть, вы хуй такой знаете, Вилтурки. Я тоже первый раз такой вижу. Давай-то нахуй алкоголь, мы оставим напоследок. Да, так. Мы не пьем. О, ну это популярно. Это я пикнул. Это очень популярно. Давайте отмучаемся уже. Это скотч, такое длинное название, шрифт такой немножко подскос. Балбенбет какой-то. Да, на, вот на Бэй. Балбенбет, Балантайс, ёпта. Блядь. Балбенбет, блядь. Сидит пикает, блин. Ну я ни разу не знала, как она называется. Я вообще не понимаю, откуда вы знаете, блядь, название этих. Бутылочек. Как ты дотишь, ты должна бухать каждый день, ёб. Не, я пью раз в 3 месяца на локострим. Марк! Тэквондо, блядь! Не-не-не. Стоп! Стоп! По-моему, Путин занимался им. Минус. Я знаю, минус. Нет, у меня есть время подумать, нет, блядь. Нет, у тебя нет. Нет, ты уже нажал. Минус, ты уже неправильно ответил. Река Римская, нахуй. Я хуй здесь забыл, не помню, блядь. Дедо. Сука, блядь, дюдо, ёбан. Маркуша, сейчас их минус реп за это был только что. Макс, вообще конкретно голова не думает. Давай. Ника, Ева. Блин, тут все какое-то такое себе осталось. Влос! Привет. Можешь, пожалуйста, посоветовать что-то, ну вот, под конец 23-го года? Покупать наклейки Маузов. Я думаю, они сейчас нормально. Какой умный. Бля, либо строго, либо ликс. Ну пусть будет строго, нахуй он там наклейки закупает. Не успел, нахуй. Они сильно подешевели, да? Да, пиздец. В 2 раза упали, нахуй, а бы не в 3. О! О, я знаю, что это. Это мне подарил каравай на день рождения. Только не дрель. Это дрель, братишка. Ну, тебе перфоратор же подарил. Хорош. Но я думала, это дрель, кстати. Это не электродрель, блядь, без шуток. Они пиздец, они одинаковые, по-моему. Они очень похожи. Ребят, всем привет. Сейчас придет мой парень новый, его зовут Сергей. Познакомитесь с ним. Всем привет, ребят. Мы с Серегой расстались. Ребят, всем привет. Сейчас зайдет мой новый парень, его зовут Антон. Познакомитесь. Ты угораешь, блядь? Стой, это Сергей, это, блядь, не Валюша, нахуй, с головачом то, что там, не? Алло. Не знаю, не знаю. Ну, хуй знает, блядь. Сергей, блядь, первый, второй, третий стрим, что прикол? А Сергей был именно Сергей? Ну, как будто вроде ответ правильно звучал. Ай, блин, а вы нажать. Бля, ладно. Я не хотела никого обижать просто. А, ну ты просто сказала. Вроде, если так обидел его. Тоже верно. Давайте боевые искусства. Ой, это... О, греко-римская борьба, блядь. Нет. Просто борьба. Нет. А как не борьба? Ну тут еще слово перед борьбой есть. Какая-то борьба. Восточная. Практически. Восточная. Греко-римская. Практически. Бля. Свободная. По-другому только. Вольная. Вольная. Блядь, нахуя это вообще все проговариваю? Ты сказал свободная борьба. Маркуш, на пяточки наступает тебе, солнышко. Да там он на хвост уже, блядь. Ну еще далеко. Не-не-не, у вас тут разница, мне кажется, тысячи или будет. Нет, тогда, ну если сложить. Блин. Ну я если что так подсказываю просто, это, ну на самом деле мне не 750, ну честное слово. Не, нормально. Подфитило немножко. Что берем? Да похуй, тут все подряд надо брать. Ладно, какой специалист, короче, сейчас.
Я учился на него! Ну нет, не на него учился, но работал им. Ты сейчас Юле подсказал конкретно. Я работал им. Это работник электровышки, блядь, какой-то? Ну они там какие-то... Нет, что-то с трансформаторами связано. Электричество? Блядь, электрик, нахуй! Нет. Все, ну да. Кончилось. А кто, блядь, у нас связан с трансформаторами? Электрики у меня во двор приходят, постоянно чинят, блядь. Ну, тоже на «э» подумай. Электромагнит. Блядь. Энгерсферштель. Не знаю. Ну, магнитился на инженера, но не инженер, блядь. Не-не-не, ну, короче. Эншпиль, нахуй. Эджедер. Ты долбоёб? Это одно и то же, А как энергетик связан с щитовой комнатой? Энергетик пьют, вольт, блядь, что ли? Короче, стабильная хуйня какая-то. Я ещё думала... Ладно. О. Еще есть такой блогер. Буратино. Алексей? Тёлкин. Я думала, это плотник. Нет, это столяр. А, столяр. Столяров. Это Столяров. Макс, мне пизда как будто. Да-да-да. Да ты на гонках, посмотри, там еще 4 части. Да, там гонки, это трэш. Ой, ну, а кончики? Очевидны тут или может быть, реально так называют? Макс, установщики, а кон, блядь. Брат, еще есть такая, знаешь, работа, когда что-то с видосами делают? Монтажер, монтажники, блядь. Окончики. Ну, я не знаю, все называют окончики те, кто сленгом не владеет. Не, окончики вообще так, кто в окна залазит и ворует вещи, блядь. О-о-о. Ой, какая... Блядь, это очень старая. Клауд, да, Макс? Кто? На комп? Клауд второй, по-моему. Ну, по-другому, но да, примерно. Ну, можно кнопку нажать. Я не буду, нахуй, они все равно не знают, я не буду рисковать. Ну, нажми. Ну, нет. Нажми. Вот так вот. Нажми кнопку. Я часть не знаю, блядь, я и так вам подсказал. Fallout ты сказал? Flatout, блядь, я не знаю. А что ты не сказал, Flatout 2, блядь? Что ты не нажал кнопку? Fallout. Я сказал, я не знаю, часть сказал, Fallout 2 сказал, брат. Не Flatout, а Fallout. Ой, блядь. Это, надеюсь, я правильно сейчас скажу, блядь. Стил играл недавно в нее, да, Макс? Да, да, да. Ассета Корса. Чё это такое? А я бы все равно ей сказал. Бля, сколько у вас разница баллов, нахуй? Подожди. А, ну все равно Марк пока выигрывает. 3000 раз. Не, меньше. 3. Ну, этот симулятор дальнобойщика, как он называется? А, трек, симулятор, блядь, как... Кар-трек, симулятор. Ну, ты, блядь, ну я сказал, там одно слово пропустил. Кар-трек, симулятор, блядь. Нет. Ну, да, примерно, блядь, примерно. Симулятор... Ну да. Какой-то там трак-симулятор заебал, блядь. А вначале чё, блядь, перед трак-симулятор, придурок, блядь. Да, блядь. Трак-симулятор, ну я слово говорю забыл, смотри, блядь. Смотри, есть доллар. Я не въебу тебя сейчас. Евро, трак-симулятор. Я успел, сука. -5000, он нахуй. Он не назвал. Подсказывали. -5000, нахуй. Ой, бля, башка разболелась. Красава, Ванзай. Ой, дисбандыч. Ванзай. Я прилетела. Блять, я знаю эту гонку, какой-то там полностью, блядь, симулятор, хуйсос, нахуй. Полностью. Сейчас скажу, у меня есть время, бля, они все равно не знают. Сейчас. Я подумала, это не симулятор, а другое. Это не симулятор. А там части есть, да? Нет, нету части. А, тогда не знаю. Блять, Рокетмен, блять, как это Рокет, блять, Рокет Лига, нахуй. Хуесос стрим-снайперский. Ебать, не помню. Я специально откинулся назад, блядь, в потолок смотрел, иди на. Проектор на потолок. Че, на потолке что-то видно? Значит? Нас проектор чат видел. О, я знаю, что это, блядь. Еби, еби, Аринка, ну-ка. Блядь, можно я просто отвечу? Давай, давай, давай. Давай, говори, говори. Это электрообзик. Или нет, кстати? Нет. По-моему, да. Ну, нет. А если подумать? Блядь, да не может быть. Подумать надо. Электробзик. Блядь, это пила, только электро... Ага. Как она называется? Болгарка, болгарка. Болгарка. Они очень похожи. Она так хотела быть. Блядь, я так хотел. Я просто... Я в ахуе. Выбирай.
О, мои пацаны! Маркуш, давай прикольный стрим сделаем. Давай, давай. Хорошо. Шустрые пальчики. Девочки, нам где-то пару тысяч. Ребята, электроинструменты, я разодорилась. Делаешь. Бля, ну что ж такое? Ну, блядь, управляй. Крановщик. Сука. Ну, так и называется. То есть окончик называется монтажник, а крановщик крановщик называется. Дисбандыч, ответ девушке дай. Все верно. Вот и все. Окей. Все, я могу не отвечать, им не хватит баллов, ебать, 300 баллов, все, сижу, а, блядь. Найс, я посчитал, блядь. Ну эта хуйня нагревает, да? Да. Строительный фен какой-то. Нажимай. Нажал, братишка, строительный фен. Вы, блин, объебаны! Крыса просто, Марь. Все, теперь точно можно не нажимать, нахуй. Это второй никнейм строго. Рыжая хуйня. За что? Блять, это хуйня вкручивать. Ржавый. Не подходит. Он что-то вертит. А, блин, шуруповерт. Кайковерт. Кайковерт. Ну, нормально практически. Плюс-минус там. Бля, тяжело. Ой, в пипиську ударили. Блин, непонятно, что это. Окс, братишка. Блин, он какой-то момент очень хорошо кликает. И получается у девочек... У девочек 20, сколько? 23... 23 700, у тебя 26 500. Бонус за 50 тысяч? За 15. Ну ладно, за 20 давай, заебал, за 20. 25. Все, спасибо огромное, девчат, что пришли. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное вам. Я больше не приду. Блять, вам нужно ответку сделать. Мне нужна девочка, которая составит свою игру с женскими штучками. Девочки, было? Посмотрите сейчас еще мою бонуску в прямом эфире. Я там сейчас 1150 еще выиграю. Я давай, я смотрю. А где тебе купить?